Всем привет! Мы хотели бы рассказать о своем опыте участия в менторской программе. Сейчас мы студенты 4-го курса по направлению логистика и управления цепями поставок. И на 3-м курсе мы озадачились вопросом развития нашей карьеры. И мы обратились к менторской программе. Мы хотели найти человека, который уже имеет опыт в нефтесервисных компаниях, который достиг там успеха и который может помочь в этом нам. И таким образом мы познакомились с Дмитрием Бочаровым. Сейчас мы встречаемся несколько раз в месяц за чашкой кофе, обсуждаем наш карьерный трек, необходимые навыки для работы и научные работы. Мы благодарны Дмитрию за вовлеченность в нашу судьбу. Благодаря ему мы познакомились с людьми, которые рассказали нам о работе в компаниях, о которых мы мечтали. В результате нашего сотрудничества у нас есть оффер на стажировку в компанию Дмитрия. Мы написали научную работу, с которой заняли призовое место, а также разработали кейсы для диплома и защитили курсовые работы на отлично. Вооружившись советами Дмитрия, мы прошли несколько курсов обучения и дополнили наше резюме необходимыми для отрасли компетенциями. Поэтому очень вам советуем принять участие в этой программе и найти своего человека.